Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Акам Арачи, я на реке Белой, и хочу проверить такую вот распространенную байку, очень интересную, что на спиннинг очень хорошо клюет здесь, а вот начиная от этих кустиков и заканчивая вот этой вот палаткой красной. Великолепный клев на блесенку Fury Т10. Маленькую, 2,7 грамма, длина 4 сантиметра, то есть великолепный клев на фракционе где-то 18 на шифте. Вот такая вот байка, да? Но, почему эта байка, я считаю? Потому что если зайти в навыки и посмотреть, что у меня, к примеру, спиннинговая лоля вообще не прокачана, да? И, то есть, у меня она не по фулу или даже не до половины не докачана. Рыба, скорее всего, клевать будет очень плохо. Но в интернете полно видосов, где рыболовы с разрядом 35+, ловят рыбу. И, естественно, очень этим доволен, что вот у них клюет, все замечательно, все четко, все великолепно. Поэтому не нужно придумывать никаких там видосиков, не надо придумывать ничего. Вот просто вы кидаете и ловите. И за час можно наловить очень неплохую, так сказать, рыбу. Но я вот хочу немножечко опровергнуть это. Вот сейчас вот целый час мы будем ловить на непрокачанном навыке спиннинге. И посмотрим, удастся ли нам что-нибудь здесь поймать. Я читал последний комментарий человека, который писал, что у меня немножечко неправильно собран спиннинг. Что у меня насадка, которая блесенка, будет легкая. Далеко лететь она у меня не будет. Да, ты оказался прав. И она у меня далеко не летит. Но я не думаю, что это очень сильно поспособствует на клев, потому что, зная, что здесь почти что возле берега постоянно клевала рыбка у меня, когда я ловил, то было все нормально. Но можно, в принципе, и перекупить спиннинг, купить другой, ну, не знаю. Короче, попробуем так. Но вот я сейчас буду ловить час и посмотрим, можно ли что-то поймать. Как видите, несколько забросов и уже ничего нет. А у рыбачков, которые там за 35+, они ловили прям на каждом забросе, у них была рыба. То есть вы понимаете, да, что вот эти вот все байки, что вот все тут клюет, забрасывайте, приходите, ловите без проблем. Но это такое себе, ребят. Пора уже заканчивать в это верить. Если вы не достигли достаточного разряда и у вас не прокачана снасть, вы здесь, естественно, ничего такого не впоймаете. Вот сколько я уже сделал забросов, и в итоге ни черта. Вообще ни черта. Можно поменять, поставить спиннинг. Вот даже давайте вот прикуплю спин, чтобы можно было кидать дальше. Сейчас, секунду. Сейчас все-таки вбухаю все свои деньги в другой спиннинг. Вот, прочность на 12,5 килограмм. Ох, сейчас я посмотрю, сколько у моего прочности, потому что, честно, я такой тип, я не запомнил, сколько у моего. У моего 15,5, да? Вот думаю, где-то, наверное, такой брать и нужно. Спин, давайте мы его возьмем. Спиннинги. Так, вот он, вот этот вот. 12, тут 13, 14... 16,5. И тут тоже тест от 12 до 48 грамм. А у меня тест от скольки? От 40 до 120. Давайте, наверное, возьмем вот этот вот. Я думаю, нормально. Пусть будет два спиннинга, хрен с ним. Лишним не будет. Все бабки сольем, но я хочу опровергнуть полностью. Вот 12,48, наверное, вот это вот самый-самый вот. Давайте закупаем и просто его переоденем сейчас. Вот просто вот возьмем и разобрать. Вот так вот. И соберем вот этот. Оснастка не собрана. Ну, понятное дело, сейчас все соберем, не переживай. Вот соберем вот этот вот спин. Флюрокарбон давайте поставим на 5,4. И приманку давайте Fury Т10, нашу любимую, взять в руки. И посмотрим, вот реально, вот с этим спиннингом я должен подальше кидать, судя по комментарию одного человека. Давайте глянем. Ну, не сильно я стал далеко забрасывать. Ну, ладно, хрен с ним. Ну, по-моему, чуть-чуть подальше. И давайте попробуем вот так вот пооблеснить. Но я же говорю, ребят,
Вы видели, несколько забросов, и все равно рыбы нет. Хоть и говорят, что тут надо на другую, как бы, другая тут блесенка актуальна. Но на Фьюри Т10 тут тоже люди ловят и ловят неплохую рыбу. Но, как видите, два заброса, в итоге ничего нет. Совершенно ничего. Вот третий забросик, и мы не получаем нифига. То есть вы понимаете, да, если у вас не прокачаны навыки, вы ничего сделать не сможете. То есть вот. Давайте, не знаю, медленно, да, вот проведем, посмотрим. Тоже как бы вот, да. Несколько забросов на медленной проводке. Даже спиннинг специально под это дело купил. Посмотрим. Видите, да, что ничего не цепляется. Хотя, по идее, тут рыбы много, и она ловится. Вон, люди ловят. Все отлично, все хорошо. У нас не получается ловить. Почему? Ну, потому что у нас не прокачаны навыки, ребят. Были бы прокачаны навыки, было бы получше намного. Клев был бы. Хотя бы одну бы рыбку мы с вами вытянули. Поэтому вот, если кто-то сможет опровергнуть это, вот мою методику, вот кто-то опровергнет, вот с непрокачанными навыками вообще на спиннинг пойдет вот так вот ловить и наловит кучу рыбы здесь за час, как говорят люди, за 100, тут ловится за 100 монет, то, пожалуйста, я посмотрю и буду, я не знаю, пробовать тоже так половить, но у меня не получается. Давайте на эту блесну попробуем. Вот ради интереса. Может, на эту что-то у нас поймается? Как-то что-то с чем-то. Тоже попробуем. Так. Ребят, ну уже забросов, наверное, 7 я точно сделал. Ни одной рыбы. Вот правда. Ни одной, ребятки. Вот просто ни одной, серьезно я вам говорю. Как быть? Как быть? Ой, прошу прощения. Дебильный бильярд на телефоне. Никак. Вот вообще не клюет. Вот вы понимаете? Вот вам не прокачанные навыки. Даже окуня нет. Но тут, по-моему, окуня нету. Здесь. А что делать? Вот вам и разоблачение всех вот этих недорыболовов, которые новичкам записывают видосы и говорят, да приходите, ловите, вообще клюет, ребята, прям отбоя от рыбы нету, прям ловится, все замечательно, все великолепно. И я немножечко был этим взбешен, потому что я вот часто смотрю, вот когда так тоже советуют, на донки, на все, и когда ты приходишь, и ты понимаешь, что там рыба не клюет, а не клюет она только потому, что у тебя некачественные навыки. О, ребят, ну наконец-таки я выловил первую рыбку. Форель ручевую. Наконец-то. Наверное, вот звезды сошлись. Звезды сошлись, походу. Возможно, не все не просто так. Может быть, сейчас пойдет жара. Сейчас вот начнется. Короче, ребята, после вот всей этой ловли, мне аж смешно стало. Я на прошлый спиннинг, я поймал больше, я вам отвечаю. На этот, на самый вот этот первый спиннинг. Я на него поймал больше, чем вот на вот эти вот спиннинги, вы понимаете? Я даже уже нейлонку поставил специально, вот смотрите, вам покажу, чтобы вы поняли. Даже меньше поставил, и все равно не клюет. Короче, ребята, все вот эти байки про рыбаков, которые уже прокачались, и говорят, что тут все зашибенно, все офигенно, это зашибенно только у них. Вы здесь, даже если у вас будет клевать, будет ловиться, я пробовал, тогда сидел, задротил, вы наловите максимум на 70 монет. Это максимум, ребят. Больше у меня не получалось их поймать с тем вот спиннингом. С начальным. И как бы ни одной рыбы тогда не сорвалось. Это просто столько поклевок было ровно за час. Я просто не стал выкладывать этот видос. Ну, я его даже не снимал. Просто так для себя пробовал. Если, конечно, я что-то не так делаю, на каких-то, не на тех местах ловлю, напишите в комментариях. Но пока вот как-то так. А
так, комментируйте, оставляйте лайки, дизлайки, что об этом думаете. Я думаю, что я в принципе прав. Если я не прав, то регламентируйте это в комментариях. Всем спасибо за внимание.